Для него футбол стал делом жизни. Игрок знаменитого щелковского «Спартака» Юрий Кузнецов и после завершения карьеры футболиста оставался верен спорту. Работал судьей соревнований по футболу Московской области, всероссийских мини-футбольных турниров. Параллельно играл в команде Гребнева, участница соревнований Федерации футбола больших людей 100+, для любительских мини-футбольных команд игроков весовой категории свыше 100 килограммов. Не стало Юрия Кузнецова 4 года назад. Турнир по мини-футболу в память о коллеге и товарище Федерация стала проводить спустя год. Этот третий. По традиции на турнире собрались друзья, близкие и родные Юрия Кузнецова. Спасибо, что снова пришли. Я рад вас всех видеть. Берегите себя, давайте начнем. И началась игра. На этот раз мини-футбольные команды 100+, а также щелковские ветераны футбола встретились на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке. Сегодня будет играть 5 команд. 4 из них участники первенства России, зона-центр. По мини-футболу Федерации футбола больших людей. И одна команда друзей Юрия Кузнецова, с которыми он играл в «Спартаке». Надо сказать, что я его знаю с 12-летнего возраста. Я работал тогда тренером во Фрязинском «Олимпе». Вот, он ко мне пришел на занятия. 2 года у меня занимался там, чемпионат Московского клуба. Тогда уже проявлял свои способности как центральный защитник. Надежный такой, опорный игрок. Затем я его передал в областную команду трудовые резервы к известному тренеру Матвею Владимиру Александровичу. Вот. И потом он после окончания ПТУ, после игр за сборную Московской области, его заметили на более высоком уровне и пригласили в команду мастеров. Ветераны щелковского футбола впервые принимают участие в этом турнире. На паркете они встретились с мини-футбольными командами из Москвы, Подольска, Павловского Посада и команды, представляющие наш городской округ, Гребнева. Всем предстояло сыграть серию матчей по 15 минут. Вот он, торжественный момент. По уже сложившейся традиции наградили лучших вратарей и полевых игроков, команду победителей и призеров турнира. Так ветераны щелковского футбола забрали почетную бронзу. На втором месте подольская команда «Витязь». Главный трофей у гребневских футболистов. Символично, ведь именно за Гребнева играл Юрий Кузнецов в последние годы. Юра Кузнецов играл за нашу команду 4 года с хорошими результатами всегда. Мы 5-кратные чемпионы были вместе с ним. Чемпионат России за 100 килограмм по версии Федерации футбола больших людей. И этот турнир мы непосредственно, второй тур у нас проходит, и мы его посвящаем нашему Юрке Кузнецову. Так завершился второй тур первенства страны по мини-футболу по версии Федерации футбола больших людей, пока гребневские футболисты занимают лидирующие позиции. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.